остановился на месте, где у меня была найдена рассыпуха когда-то советов, и там одно серебро было. И на самом склончике этого бугорка я цепляю такой хороший сигнальчик, так четко било. Привет передашь, Тёмыч? Всем привет. Привальчик у нас, друзья, приборчики заряжаются. Развели мы костерчик. Идем ее употреблять. Это клад, Тёмыч. 100%. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Всем привет! Вы на канале «В поисках золота UA». Меня зовут Серега. У нас очередная экспедиция. Выбрались мы вот такой вот замечательный лес. Мы в этом лесу копали. Копали не один раз. Были здесь находочки, динарики были, антонинианы. Ну и такая сопутка всякая разная попадалась. Такой денек сегодня просто замечательный. Утро такое тихое, спокойное. Ехали туманчик по дороге. Ветра нету. Красота. В лесу так хорошо. Такая тишина, просто капец. Погодка просто шикарная. В общем, приехали вчетвером. Я, Андрюха, Любомир и Тёмыч. Они там сзади где-то идут. Я чуть вперед прошелся. Вышел сразу на те места, там, где были находки. И остановился на месте, где у меня была найдена рассыпуха когда-то советов. И там одно серебро было из этих советов. И есть находочка, сейчас я вам покажу. Находочка, друзья, у меня, я так думаю, что советик. Да, советик. Видно, все-таки я не все тут докопал. Потому что вот еще, пожалуйста, вылезло 20 копеек. Рамочник. Вот здесь вот я на этом месте. Не знаю как, но я его запомнил. Тут дорога идет рядышком. И склончик начинается. На этом склончике мы копали динарики. Вот туда вот так вот он в ту сторону тянется. И там дальше река. И вот здесь вот я вот в этом месте нашел рассыпуху советов. Среди которых было серебро. И вот еще одно, видимо, я не докопал. В общем, забираем находку. Идем искать, друзья, дальше. Сейчас буду по вот этому склончику выхаживать. И пойду туда вот так вот влево. И вот эти вот березы тоже пройду, потому что здесь я тоже находил динарики. В общем, идемте искать, друзья, будет что-то интересное, вы все увидите. Это Тёмочка мне там пробирается. У меня, друзья, находочка есть, смотрите. Вот такой вот серп мне вывалился. Так бил. Хорошо. Смотри, Тёмыч. Вот такой вот серп. Молот, ищи молот. Ищи молот. Ну вот вам еще железо есть. Серп не берем. Оставим его здесь. Может кто-то заберет. Продвигаюсь вот сюда и иду в эти березы. Вот тут в березах, Тёмыч, я динарики находил. Вот здесь вот в этих березах. Тоже находил там?
хорошо сейчас в лесу так ходить, травы нету. Вот эта зеленка, которая там он растет на склоне, она еще не взошла, но она потом, когда всходит, в этом лесу пройти невозможно. Она такая недолго растет, но очень высокая и неудобно ходить. Пока ничего не взошло, ходим. В лесу вообще просто шикарно. Погодка просто шик, да? Сказка. Тёмыч в наушниках не слышит меня. Ладно, друзья, идем дальше искать, смотрите. Ну что, друзья, по моему довольному лицу вы уже, наверное, наверняка поняли, что у меня есть находочка. Не прошло и 20 минут, продвигаюсь я, вот так как говорил, вдоль бугра. Вот здесь вот у меня с правой стороны от меня, получается, идет бугорок. И на самом склончике этого бугорка я цепляю такой хороший сигнальчик, так четко било. Я еще себе так подумал, наверное, динарик. Сейчас, друзья, вместе с вами посмотрим. Смотрите, друзья, под вот этим вот деревцом такой четенький сигнальчик был. Просто капец. И вот он лежит. Я еще не стрел, что это. Но мне кажется, что это динарик. Залипший. Такой, как будто горел. Ох, блин, ничего не видно. Ничего не видно, ничего не видно. Но это, друзья, динарик. И он горел 100%. Оплавленное серебро. Видите? Оплавленное серебро. Горевший динарик. И здесь тоже оплавленное. Блин, жалко очень. Очень жаль. Но находочка динарик. Динарик, друзья. Динарик, динаричек. Класс. Сейчас я вот это место. Смотрите, вот такой вот склончик идет. Бугорочек. Сейчас я это место буду выхаживать. И вот здесь вот бугорок идет. Тоже. Ладно, пацаны где-то ходят. Там вот. Где-то там. Тёмыч пошел на другую сторону реки, хочет перейти и походить по полю. Ладно, а мы идем искать дальше. Динарик, динарик, динаричек. Смотрите. Друзья, иду к Любомиру, у него есть динарик, горит очень красивый, сейчас посмотрим, тут лес чистят, смотрите, что творится, кучу наложили веток всяких, почистят, будет круто, а ну показывай, ух ты, это троян, чувак, да, похож на троян, да-ка. Посмотрим поближе. О, класс. Блин, он с дыркой, чувак. Жалко, но классный, конечно. Красавчик. Красунчик. Класс. Тёмыч, иди глянь, какой динарик. Офигенный. Ну, тоже какой-то, как, блин, вздутый, да, как будто горел. Видишь, на морде у него. И тут крылатая Виктория, по-моему, если я ничего не путаю, у него на легенде. Ну, крутяцкий, крутяцкий. Надо зафоткать для истории. Тёмыч! Пойдем посмотрим, что там у Тёмыча. Сейчас, подожди, подожди. Покажем Тёмычу. Иди глянь.
Офигенный. Просто офигенный. Надо дырочку серебром залить. Мы, кстати, в этой стороне меньше ходили. Скажи, классный. Это не троян, чувак. Это троян, чувак. Думаешь, это троян? Ну, видно по морде троян, да? Да. Может быть. Троян. Нерва, вон, видишь? Да. Нерва троян. Точно. Привет передашь, Тёмыч? Всем привет. Ладно, идем дальше. Где-то я там свой прибор оставил. Иди по следам. По ямам. У Любомира в этой же ямке еще сигнальчик есть. Неужели еще один динарик? Давай онлайн. Еще один. Где? Где-то я видел только что. Не? Был же где-то. Ямку упал мне. Не понял. Не-не-не. Там кругляшок где-то я видел. Дробинка. Да? Да, дробинка. Нет, не. Что такое? Что-то. А, вот, блин. Что это? Огромный кусок железа. Железячка какая-то. Угу. Жаль. Блин. Эх, не динарик, Тём. Не динарик. Идем дальше, друзья. Будем сейчас вот эти вот холмы выхаживать. Это у тебя-то штука звенит, не? Так, где мой прибор? Я уже потерялся. Пойдем дальше. Итак, друзья, мы идем обедать к машине. Идти нам недалеко, в принципе, метров 500. В общем, по итогам копа первой половины. Поле там такое хорошее с той стороны. Можно туда переехать. Значит, по итогам первой половины дня копа у меня динарик, у Любомира динарик, у меня еще одна советина и спиночка с фибулы. Фибулу вам не показывал, ничего интересного в принципе нет. Значит, сейчас пообедаем. Я думаю, что мы еще скорее всего останемся в этом лесу, потому как ходить здесь еще есть где. Походим. Я думаю, какие-то находочки еще будут. Андрюха наш где-то потерялся. Мы все вместе пошли втроем. А он где-то остался здесь ближе к машине. Сейчас пообедаем, заберем его с собой на те места, где были находки. Чего он с нами не пошел, я не знаю. Сейчас спрошу у него. В общем, идем обедать, друзья. Всех, кто обедает, всем приятного аппетита. Привальчик у нас, друзья, приборчики заряжаются. Развели мы костерчик. Сейчас есть колбасочки у нас там. Сейчас пожарим колбаски. Да, Андрюха, пожарим колбаски. Передавай привет. Всем привет. Кому всем? Группам в Вайбере. Всем, кто в Вайбере, да? Да, всех, кто в Вайбере. Красавчик. Что ты делаешь? Ты столик делаешь, Любомир? Можем там... Можем присесть, возьми, можешь даже назад отъехать вот туда, вот так вот, сдать. И все. Сейчас кастрика разгорится, дрова немножко сыроватые, но ничего страшного. Подсохнут сейчас по ходу пьесы. В лесу шикарно просто, капец. Красота. Что у нас там на обед? Ничего не меняется. Значит, что у нас на обед сегодня, друзья? Вот эти вот колбаски мы сейчас пожарим на костре. Вот такие виденские еще взяли. Паштетик с печенки. Значит, это у нас десерт. Артек. Пирог с маком, как обычно. Кстати, пирог
Вот такой вот завыванный с маком. Просто шикарный. Мака столько, что капец. Майонез, провансаль. Ну, в общем, вот такой обед. Водички взяли попить. Водичка. Моршин пьем. Так, что там с костром у нас? Горит, Тёмыч? Сейчас разгорится. Мы тут зимой, помнишь, как костер полили? Да. Снега по колено. Мы на пенечке развели костер на таком вот. Вот пенечек, видишь? На таком пенечке и развели. Можно было, кстати, на пенечке. Можно было. Что там мы завтыкали? Его уже мы столько наложили, что не продувает. Надо дуть. Надо отойти просто, чтобы ветер туда дул. И все. Сейчас все будет нормально. Что, по-моему, оно там не горит, пацаны. Горит, горит. Вот. Горит. Слабенько, но горит. Я не вижу, что там. Надо поддуть, наверное. Надо какое-то поддувало включить. Тёмыч, сделай ветер. Во. Что-то слабенько. Сейчас пойдет. Во, Андрюха, включил. Да. Легкие, хорошие, да? Можно нырять с коленом под лед зимой. Да. Ладно. Разжигаем костер и будем сосиски жарить. Будем жарить колбаску вот так вот. Мама сказала, есть горячее. Мама сказала, есть горячее. У Тёмыча какая пирамида. Так, сейчас я еще сделаю что-то подобное. Вот такая вот у меня получилась жареная красота. Гирлянда. Гирлянда. Идем ее употреблять. Нету никакой тарелочки. Очень жаль. Очень жаль. Всем приятного аппетита, друзья. Ходим, друзья, вот в таких вот трущобах, пробираемся сквозь деревья непролазные и выцепливаем сигнальчики. Есть находочка. Есть находочка. Так било, я думал, что динарик. О, червяк проснулся. Обратно его сейчас закинем. Пуговичка, друзья, вывалилась. С ушком целенькая. К сожалению, без всяких надписей. Ну, такое вот чудо. Идем мы с Тёмычем вот туда, вот прямо на то место, где Любомир нашел троянчика красивенького. Такие склончики, и вот выхаживаем. Веток, конечно, тут много, но лес чистят.
Я думал, что это скоро все поубирают. И будет здесь красота. Оставят такие какие-то одинокие деревья. В общем, блин, так в лесу кайфово. Просто класс. Ветра нету, тишина, спокойствие. Небо, правда, чуть захмурилось. Но вон какие-то уже просветы виднеются. Может, еще растянет, да, будет солнышко. В общем, идем, друзья, искать дальше, смотрите. Идем, друзья, с Тёмычем по лесу, и смотрите, какая тут норища. Ого, нора. Я даже не знаю, кто там живет. Может, барсуки какие-то. Никого не видать. Норища такая, самому туда можно залезть, но следов не видно. Или видно. Вот какие-то есть следы. Вот. Что за след? Друзья, следопыты, подсказывайте. Тёмыч, есть какие-то следы, причем вот свеженькие? Значит, там кто-то живет. Значит, там кто-то живет. Вот следы лапки. Лапки. Не знаю, может, лиса какая-то. Надо этот отвал. Вот еще лапа. Кто-то там живет в этой норе. Если один вход есть где-то, еще должен быть. Вон еще какие-то норы. Кто-то здесь живет. Сейчас мы эти отвалы. Я думаю, что барсуки, наверное. Такая норища. Нереальная. Здоровенная. Здоровенная. Ходим что-то по лесу. Нема ничего. Он, Тёмыч, какой-то сигнальчик копает. Нормальное что-то? Нет. Нет. Докопать надо. Давай посмотрим, что у тебя там. Потерял. Я сейчас смотрю на эти катушки на Alternado, они такие большие, капец, мне после блондинки. Просто здоровенные рули, реально. Слушай, надо лопаты, наверное, позатачивать. Точно. Бо в лесу тяжело копать тупой лопатой. В корнях.
тяжело. Нема ничего. Провалилось что-то. Может, в яму упало. Это клад, Тёмыч. 100%. Сигнал не очень. В железной банке лежит. Находка просто класс. Идем дальше искать. Это Тёмыч, кладоискатель. Итак, друзья, докладываю вам обстановку. Это Артём, там какой-то сигнальчик копает. Где он? Вон он, видите его? Спрятался. А у меня есть находочка. Сейчас вам покажу. Смотрите. Вот она. Фибулка вывалилась. Прикиньте. Мы в этой стороне леса вообще тут не находили чернихов никогда. А тут вот тебе, пожалуйста. Пожалуйста. Фибулка целенькая почти. Почти. Пружинка лопнутая. Да, интересно. Вот сейчас вот, вот там вот выкопал язычок от пряжечки. И вот, пожалуйста, вам еще одна находка. Интересно, интересно. Значит, сейчас мы здесь с Артемом покрутимся. Вот это Андрюхины ямы копал. Где-то он, видно, все-таки прошел мимо. Ладно, друзья, берем фибулку, идем дальше. Присел, друзья, и отдохнуть. Пацаны еще вон ходят, что-то ищут. А я уже что-то наискался. Вон они там где-то. Где-то там Андрюха с Тёмычем. Машина уже наша рядышком. Продвигаемся потихоньку к машине. Присел отдохнуть. Хочется подвести итоги сегодняшнего копа. Серегу, кстати, сегодня встретили с Коп.UA в этом лесу. Сережка, тебе огроменный привет. Так, хочется подвести итоги сегодняшнего копа. Были мы в этом лесу, ну я не знаю, раз 10 были точно. И вот еще очередной раз выехали. И все равно вылезли какие-то находки. Но уже как-то грустно, я вам честно скажу. Мы целый день здесь ходим. За целый день где-то, может быть, в общей сложности 10 фибул на всех нашли и 2 динарика. Тёмыч нашел монету Августа Толстого, там какой-то, не знаю, какую-то монету, не знаю, как она называется, в общем. В принципе, что можно сказать, не впустую мы съездили, находки все равно какие-то есть, но я думаю, что с этим лесом можно уже завязывать, искать какие-то новые места. Это мы сегодня так просто поехали, потому что хотелось в лес. На поле еще особо не походишь, потому как налипает по 3 килограмма на каждую ногу. А в лесу очень хорошо. Погодка сегодня вообще замечательная. Ветра нету, тишина такая в лесу. Класс, красота просто. Походили в удовольствие, отдохнули, можно сказать. Кастрик пожгли, сосиски пожарили.
В общем, хорошо провели время. Сейчас будем уже идти к машине, собираться ехать домой. Сейчас я вам находочки свои сегодняшние покажу. Так, друзья, находки. Целую кучу вот дроби накопал. Пуля. Какой-то капсуль от патрона. Ходячка попалась одна. 25 копеек. Три пуговички. Вот это вот, кстати, не знаю, какая-то старая бедняцкая пуговица, потому что она свинцовая. Кто-то себе такое сделал. Чудо, пуговиц не было. Такая вот пуговка. Ничего на ней нету. Тер я ее, тер. Нет ничего. Какой-то сапутки, фибулка. Целенькая вот такая. Почти целенькая. Еще спинка вот. И грусть, печаль, динарик. Грусть, печаль. Замурзанный, спаленный, но динарик. Что-то там просматривается, но похоже, дела с него не будет. Ой, еще и потерялся. Ладно, сейчас найду пину. Вот такие вот находки, друзья. Идем смотреть находки пацанов. О, Любомир ножик нашел. Ну, прикольный такой. Андрюха, покажи, что нашел. Не уходи далеко. Нашел кусочек серпа. Я там целый серп положил. Что ты нашел, Тёмыч? О, у Тёмыча вот такая штучка. Смотрите. Непонятно, что это. Но она не обломанная, видишь, она целенькая. Смотри. Видишь, какая? Крутая штучка. Такая патина вообще шикарная. Что-то скифское, что-то ихнее. Может, скифская, кстати. Не, ну, царизм больше. Нет, это не царизм. Любомира находки. Динарик, конечно, красавчик. Шик. Шик и блеск. Жалко, что один. Держи. О, Андрюха фибул накопал тоже. Целенькая. Ну, что-то, что-то. И пряжечка, кстати, тоже. Серебряная. Может быть. Да. Маленькая такая вообще фибул. Вообще, да, цена. Блин, как-то динариков нету вообще, да? Два штучки навесли. Это детская какая-то, или струсов. Да, струсов. Вот такие находки. Покажи. С трусов, наверное. С трусов. Нет, это детская просто. Махонька. С детских трусов. С детских трусов. Не, ну с детского какого-то плаща, наверное. Памперсы до 3 кило, да? До 3 месяцев. Вот такие находки, друзья. Вот такие вот находки, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставим жирные лайки, пишем комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, кто не подписан. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, будут еще выезды. Есть запланировано у нас несколько мест, куда очень хочется попасть. Ну и разведка, соответственно, так же само будет. А, в общем, все на сегодня, друзья. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.